Сергей, мы рады видеть вас в нашем городе. Скажите, как вам Обнинск? Мне нравится. Как вам наши девушки? Прекрасные девушки, очень много красивых девушек. Я очень благодарен, что они откликнулись и решили сняться у меня в клипе. Скажите, а вы еще планируете снимать в нашем городе клипы свои? Да, почему нет? Очень много у нас тем есть, поэтому обязательно снимем и, скорее всего, даже в этом бизнес-отеле. А на каких сайтах собираетесь размещаться? Ну, если вы не против, то на ваш. Ой, мы только за. Будем очень рады. И у меня встречный вопрос. Ирина, а какая аудитория у вашего сайта? Аудитория у нас совершенно разная. У нас и люди старшего поколения, и младшего. Ну, основная группа – это 24 до 35 лет. В среднем получается где-то 10 человек. Каждый десятый человек Обнинска заходит к нам на сайт ежедневно. Угу, прекрасно. Конкуренты имеются у вас, и как договариваетесь? Конкуренты? Какие конкуренты? На самом деле, очень много групп, которые представлены в социальных сетях, ведут новостной так называемый блог, размещают афиши, мероприятия, информацию по мероприятиям. Но мы уникальный портал города Обнинска, который размещает только информацию о мероприятиях и отдыхе, не касаясь политики и других новостей. Это правильно. А скажите, а публика какая ходит на концерт? Публика, я думаю, ходит разная. Например, мы посещаем с супругом рок-концерты, на ваш концерт планируем прийти. Спасибо. Соответственно, весь город от мала до велика ходит на концерты. Очень хорошо. А какие клубы самые модные в городе? В Обнинске есть ряд клубов, в которых есть своя аудитория, они направлены, у них различная музыка, и каждый клуб имеет свою аудиторию, но по соображениям рекламы я не буду называть. Ну хорошо. Как быстро новости размещаются на вашем сайте? Ну, как вы могли уже заметить, очень быстро, можно сказать, мгновенно, потому что мы официально работаем со многими площадками города и получаем информацию от них. Также зачастую мы работаем с самими организаторами, которые присылают информацию нам. Соответственно, в течение получаса, как только поступила к нам информация, мы ее размещаем на своих сайтах. Прекрасно. Какие планы развития сайта? В будущем, в ближайшем мы планируем добавить видеоконтент на наш сайт. Ну и также у нас есть планы на захват других городов. Мы хотим сделать нашу афишу и создать сайты крупных городов, таких как Тула, Воронеж, ну и другие. Ну то есть у вас далеко идущие планы. Далеко идущие планы, да. Совершенно верно. Мы планируем развиваться благодаря вам. Тигран, вы один из самых ярких и узнаваемых меценатов нашего города. Скажите, много ли в Обнинске талантливых людей? Ну, слово меценат, конечно, звучит громко. Спасибо за такое признание. Что касательно творческих людей, то своими проектами социальными, которые направлены на культурное развитие детей, как раз-таки и выявляются даже из списка обычных людей, обычных детей, талантливые. И в этом плане я очень рад, что они появляются, их много, действительно, их надо мотивировать, этим мы и занимались, поэтому надеюсь, что их таланты будут проявляться, раскрываться дальше. Так что ответ – да, их много. Их надо просто, этих самородков, находить и выявлять. Замечательно. Эля, чья идея была построить этот отель? Ну, идея, как всегда, приходит тому, кто его строит. Другое дело, что, наверное, любой ательер в области скажет, почему он это построил. У нас индустриальная область, поэтому каждый пошел это строить. Ну а чтобы было бы это максимально эффективно, да, ну я применил, можно сказать, свою формулу для отеля, и он такой приятный на сегодняшний день и конкурентный. Так что все есть в нем. Тигран, часто ли в вашем отеле снимают клипы? Вот. Разные клипы снимались, но они больше имиджингового характера. Но вот музыкальный клип, это вот сегодня впервые, я очень этим доволен и прилагаю максимум усилий, чтобы Сергей Сергеевич у нас здесь прижился, результат был бы на все 5 баллов, и чтобы мы имели продолжение, и чтобы у нас все было только на высоте. Сергей Тигран, а если вас попросят сыграть роль в сюжете, вы согласитесь?
Но уже, походу, деваться мне больше уже некуда. Я уже в сюжете, а уж в клипе так уж ладно, договорились. Тигран, а привидения у вас в отеле есть? Знаете, это как, травмы на производстве были? Нет, будут. Спасибо за интервью, было очень интересно. Господа, спасибо за интервью, было очень интересно. А как нам было интересно, спасибо.